Привет! И я продолжаю рисовать горы. Итак, я рисую на них сейчас маленький градиент, чтобы они смотрелись немножечко поинтереснее. Вторая гора у меня чуть-чуть подальше. Сейчас я рисую поляну, и только в конце работы я поняла, что она получилась слишком рыжей, и надо было делать ее чуть-чуть потемнее. Рисую лесок вдалеке, рисую траву со второй попытки, вроде неплохо. Рисую шарики. Я выбрала красный, желтый и синий. И они отдаляются друг от дружки. Синий самый маленький. Рисую колоски, маленькую травинку, чтобы немножечко показать детализацию. Уже неплохо. Что не сказать о моем рабочем месте, конечно. Карандашами решил немножечко закрасить те места, которые мне не понравились. И вот такая картина у меня получилась.